Всем здорово! Вы на канале A-Wipe. Меня зовут Влад. А я Антон. А там Пончик. Да. И Маша. И Маша. Кафе. А Еспа. Мы продолжаем знакомиться с этой группой. Next Level. Next Level. Где будет переход на Synthwave, который будет звучать просто охрененно. Как будто ты играешь в Sega. Ностальджи. Да. Ностальджи будет. Прям будет качественно. Но клип я не смотрел. Ну, значит, сейчас посмотрим. Да. Ну, перед этим там есть в описании ссылочки на телеграм, чатик, залетай. Короче, подписываемся и не стесняемся. Будь как дома, в нашей семье. А мы стартуем. Стартуем. Вижу город. В воздухе. Но это не продолжение того клипа. Не продолжение. О, next level. Это новый уровень. Next level, новый уровень. Сейчас танцульки будут, как всегда. Ватика пошло уже, да? Бит стандартный. Такой. Прикольный момент. И La-l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 a
И ты хоть и по в тачке едешь. Да. Это чисто прикол какой-то. Не-не-не, это что за отступление? Не прикольно именно в плане съемки, как вот камера движется за человеком. А, есть такая вещь. Прям следит за ним. Ну, у них припевчик такие веселенькие, смешные. Она тут прям... ля-ля-ля-ля, то... Она разная то, очень. Да, и песня очень разная. Подожди, сейчас новый прям уровень. Будет детство, прям муа, будет пушка. Давай, детство, залетай. А, ну да. Вот оно продолжение. Все-таки есть мультяшные аватары. Ну, конечно, наконец-то. Тебе раскрыли. Кто играл в Sega Street Fighter? И есть такой вайб. Ну, так, нет, там тоже есть такая музыка, такая прям легкая. Продолжение оно все-таки есть. Ну, видишь, как оно. О, показали еще. Мутно, мамба. Мамба, ну. Бля. Прикольная камера, кстати. Сейчас. Чисто приколюшка такая, да? Level.
Вот и все четыре. Ха! Ха! Сказали нам. Ну, чисто такая прикольная такая песенка. Короче, операторская работа. Прикольная, да? Эти проездики. Операторская работа, да. И работа монтажера. Камон, вы сделали. Переходы такие, прямо, где они в моменте меняют план. Не план, а ракурс. Где они меняют, говоря, одежду? Вот, вот, уже... Ага. Переход такой. Прикольно. Прикольно, да. Прикольный ход. Ну, как проезд, да. Когда вот между, да, за человеком слежка. И когда вот, вот между плечом вот эти проезды. Да. Короче, оператор молодец, он сделал красоту. Тут как-то по-другому они снимают, да. Вот, операторы, монтажеры, они прям, они сделали, грубо говоря, всю картинку красивую. Прикольно. Прикольно. Клип, в принципе, ни о чем, опять же. Но, есть аватар, есть какое-то развитие сюжета. Но опять же. Подлечит того. Есть, там была Black Mamba, она была, я ее слышал, она была. А мы уже снимали на Black Mamba. Что будет дальше? А приколюшки с припевом, и то ля-ля-ля-ля, то там вот эти вот приколюшки. На контрай. Ну, прикольно. Чем тут цеплять, кроме как это вот next level, то все. Да. Это же такие ходы, ну. Ну и прикольно, они запоминаются чисто. Вот эти вот фишечки. Вот, Synthwave. Все. Топчик. Просто просто. Топчик, да, всегда. Но. Это будет классика на века. Это вот туда, в прошлое. Особенно, кто играл. Сеги, эти дэнди, вот это вот все. О, это прямо кто вспомнит, тут прослезится, так и скажет, да. Было у нас дело. Было детство. Было детство. Да. Наша, всем спасибо, всем залетайте в наш чатик в Телеграме. Там будет много чего интересного. И теперь пока. Пока.